Всем привет! С вами Наза. Вы на канале Мир Мальчишек. И сегодня мы будем собирать лего-набор Майнкрафт Шахта. Вот. Также я уже открыл этот набор. Конечно, паука я потерял где-то, но ничего, это я перебрал. Давайте же начнем. Так. Берем эту платформочку. Делаем вот так вот. Ага. И теперь вот так вот. Потом еще одну берем. Такую же. Ага. Делаем так. Посередине кубик. Ну, то есть тут кубик. Вот какая. И так получилось. Переворачиваем. И нам нужна одна такая. И где же она? Где же она? Нашел. Вот. Две вот такие. Одну надо вставить сюда, а вторую надо вставить сюда. А, сиво надо собрать. Так. О, нашел. Вот кирка. Все. Стив готов. Пусть посидит пока тут. Так, дальше. Надо взять один кубик. Теперь устанавливаем их. Одну сюда. Одну сюда, одну сюда, одну сюда. Вот такая вот платформочка. Теперь надо взять. Теперь еще раз. Теперь вот такие. А, это не та. Это тоже не та. Две вот таких вот светленькие опять. И один кубик. И вставим один сюда, один сюда, один сюда. Вот так. Теперь. А, я не ту взял. Вот это надо было. Вот это да. Так. Вот так вот. Вот так вот. Ой. Вот так вот. И вот так вот. Теперь устанавливаем сюда. Теперь надо взять кубик и вот это. Теперь ставим их сюда и сюда. Теперь надо взять две вот такие вот штучки. Вот. Да. Так, одну сюда. Ага. И одну сюда. Вот так вот. Переворачиваем старенькую. Надо 5 кубиков. Раз, два, три, четыре, пять. И одна такая штучка. Так вот. Теперь надо взять опять 3 кубика. Ну, как сказать, опять. Тут уже нет разницы. И теперь надо вот такую детальку и один кубик. И вставить их сюда и сюда. И теперь... Радовать не пришлось. Теперь надо взять 5 кубиков и 5 темных вот таких вот штучек. Раз. И делать вот такие вот камешки из них. И теперь вставить их сюда
Теперь надо делать руды. Так, раз. Последнее золотишко и последние 4 года для руд. Это вот такая вот пипочка. Теперь установим ее куда? Сюда. Вот. Ага. Ой, там еще кое-что было. А, нет, ничего не показано. Ага, опять же, 5 кубиков. Классная. Да, правда. Буду делать вот так вот, чтобы вам было видно, какую я уже базу построил. Таких вот штучек надо 4. Ой, я не то сделал. Всегда всех наборах есть такая палочка-выручалочка. Так. Теперь делаем воду. Вот, я нашел эту штучку. И теперь мы раз и два и три устанавливаем сюда. Так, я сбоку буду делать. Ой, не туда, то сюда нужна лава. Сюда надо. Угу. Теперь лава. Готово. Вот такая вот лава. Теперь устанавливаем ее. Вот так вот получилось. Обсидиан тут есть. Тут есть. Теперь устанавливаем ее сюда. Вот так. И теперь нам что надо делать? Ага. Вот так вот. А не вот так. И пикс. Такая лестница подвижная получилась. Теперь. Таких вот, если вы не видели. Нет, уже... Ой! Лава горячая. Уже надо собирать зомби. Зомби. По-английски это будет зомбис. Ну, или по-другому. И, классный. Уже паука надо делать, но у нас для него деталей нет. О, будем уже это делать. Угу. Переворачиваем и 2 кубика.
4, 5, 6. Да. Уже 6. Теперь, кажется, руды. Да, надо руды делать. Так, вот так вот. Вот. Руда получилась. И теперь устанавливаюсь на самый верх. И надо сделать теперь уголь. И последний штрих. Вот так. И еще одна угольная руда будет. А вот он. Покряхтел и хватит. Так. Все. Готово. Надо взять 3-4 кубика. Так, вот что вам видно. И так. Теперь делаем ТНТ. Соберем все нужные детали. И начнем собирать. Так. Вот такая вот платформочка. Устанавливаем ее. Вот куда-то сюда. Так, теперь самое главное делаем. Крышу. Дальше еще 3 кубика. Так. И самое главное — сундук. Почти получилось у нас все. Угу. Ложим сундук. Туда складываем хлеб. Все. И устанавливаем его. Все. Да. Такая вот платформочка получилась. Теперь надо сделать факелы. Ой, я забыла эти штучки. Точно. Как же мог про них забыть? Так, вот как раз на эти штучки надо положить вот этот факел. И еще один факел положить на самый верх. И еще надо ведро сделать. Или с водой, или с лавой. Я считаю, с водой. Угу. Ну или с лавой. Я пока что еще не подумал. Но мы поставим с лавой в очень красивое место. Это на золотой блок, где лава. А это мы в сундук положим. Вот такая вот платформочка получилась. Кто не подписался на канал, тот может подписаться еще раз на канал. Не знаю пока что сказать. Но вот такой был набор. А пока что всем удачи, всем пока-пока. С вами был Назар. Пока!